Эти четыре мохнатых комочка еще совсем маленькие, но аппетит у них отменный. Рождение этих четверых щенят для Рязанского центра кинологической службы стало событием. Причина вовсе не в их красоте. Просто собака ощенилась здесь, в ЦКС, впервые. Мать, вот она, ее выгуливают на дрессировочной площадке. Закупили из питомника специально для разведения. Кобель же, так сказать, солидным полицейским стажем. Он занимается поиском взрывных устройств и боеприпасов. И мать, и отец – восточноевропейские овчарки. Щенки, соответственно, тоже. И хоть родились они всего месяц назад, их судьба уже определена. Вот эти вот четыре щеночка уже как бы на замену придут старым собакам. Либо отдадим в районы, либо у себя оставим. В общем, кто будет нуждаться, мы их потренируем, вырастим, ну и уже передадим. А достойная смена подрастает на места уже, что называется, подогретые. Сейчас в центре кинологической службы около 40 четвероногих сотрудников. В вольерах собаки и патрульно-постовой службы, и конвойной службы. Есть и местные, ЦКС. Они специализируются на поиске взрывчатых веществ, как, например, нынешний многодетный отец, так и на поиске наркотических средств и следовой работе. По индивидуальному запаху, оставленному человеком, то есть это обычно, когда на место происшествия приезжаем, на кражи, грабежи, собака берет след, идет по следу и уже пытается поймать злоумышленника. Кого конкретно заменит подрастающее поколение, пока секрет. До выбора специальности им еще расти и расти, а потом, может, станут как Чама, бельгийская овчарка Малинуа. Лежите. Вот. Эй, молодец. Ко мне. Умница. Марина Курганова всегда хотела стать полицейским кинологом. Пришла на службу в феврале 21-го. Тогда же познакомилась с Чамой. Спустя месяцы тренировок собака вовсю освоила поиск наркотических и психотропных веществ. Но особенность состоит в том, что сначала надо собаку приучить к запаху. Их несколько. То есть наркотические средства, они же не одного только вида. И мы собаку сначала приучаем с лакомством, а потом уже постепенно вводим запахи. И собака постепенно приучается и находит, собственно, закладки. Нашей съемочной группе предложили поучаствовать в такой тренировке. В центре кинологической службы есть здание, в котором каждая комната имитирует разного рода помещения. Есть и квартира, и своеобразный вокзал. В одной из них мы оставили закладку. Это саквояж для транспортировки имитаторов наркотических средств. Здесь несколько баночек, в каждой из которых свой наркотик. Нам разрешили спрятать в этой комнате одну из них, чтобы собака Чама ее отыскала. Давайте поместим ее в одну из этих ячеек и закроем. А для того, чтобы было не слишком очевидно, закроем и все остальные. Крышку с банки не снимаем. Полицейские кинологи сказали, что собака может обнаружить и так. Марина Курганова запускает в комнату Чаму. Ищи. Где именно спрятан имитатор, ни Чама, ни кинолог не знают. Иначе какой это тогда эксперимент? Чама справилась за минуту. Села у нужной ячейки. Такая поза – условный знак для кинолога. Да, молодец! Чама участвовала и в настоящих поисках наркотических средств. Справилась на отлично. И кто знает, может, именно для Чамы уже подрастает смена. А может, и конкуренты. В конце концов, в этом большом обустроенном питомнике Центра кинологической службы место найдется для всех. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».